сперва орудия, потом минометы, пулеметы и, так сказать, автоматы. Полноценные боевые действия. Полные, прям конкретно было. Такого, я говорю, сколько живу здесь, такого не видел. Начали сутки обстрел. Жена уехала в Борисов, а я здесь уже на хозяйстве. Вот прилет. Где? В эту, в клумбу. Потому что возле клумбы кровь. Пошли. Это от нас.